выходные на бульваре «Новый Венец» прошла акция «Ночь науки». Гостями мероприятия стали не только ульяновцы. Поучаствовать в научном квесте приехали дети и родители со всего региона. Детям очень увлекательно, потому что разные сферы науки, да, правильно? И дети очень увлечены. Вот наши мальчики рядышком стоят. Но детям нравится, они в восторге. В том году мы принимали участие, нашим детям очень понравилось. Единственное, что мы не успели пройти все этапы, потому что их было очень много, и людей было достаточно много. Надеемся, что в этом году мы приехали пораньше и постараемся пройти все этапы до конца. Ульяновскую ночь науки посетил гость из Москвы, директор информационного центра атомной отрасли. Такого типа мероприятий он считает очень нужными. Наша заинтересованность в этом именно в том, чтобы повышать престижность отраслевых профессий, которые... Наши центры находятся в регионах присутствия атомной энергетики, предприятий атомной энергетики, атомной отрасли. Поэтому мы стараемся именно вовлечь вот в этих городах детей со школьных программ, со студенческого возраста в то, чтобы они вовлекались больше в эту науку, понимали проще, что такое атомная энергетика в целом. Научный праздник очень важен вообще для всего, особенно для молодежи и для меня в частности, потому что я считаю, что сегодня именно в Ульяновске найдена такая вот интересная форма подачи научных знаний. Уже не первый год науку в Ульяновске выносят за рамки учебных заведений и представляют людям в самом простом и увлекательном формате. Главные благополучатели, дети и родители довольны. И знаете, мы в принципе в восторге уже с самого начала. Нам обещают крутые призы, крутые квесты и вот первое шоу научное с азотом и так далее. Нас очень впечатлило. Именно на впечатление, на наглядность нацелена научно-массовая работа с детьми в Ульяновске. Похимичить, выбросить настоящую электрическую искру из перчатки, надетой на руку, почувствовать, что реальность иногда даже заманчивее воображаемого. Вот то, что, по мнению организаторов и гостей, обеспечит России и региону научный прорыв в недалеком будущем. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.